Сейчас я буду читать историю об этом в Библии, где наши предники, они поклоняли богину, королева небес. Знают, мы знаем, что сегодня в католической церковь они сказали, что в мире Иисус Христос, мама в мире, что она королева небес. Нет, это ложный. Это никогда в Библии. Библия не сказала, никогда наш Бог сказал, что Мэри, она королева небес. В сажу небес, но есть только наш Бог, его Сын Иисус Христос, на его право. Сырит на его право. И все. И все. Никогда Он сказал, что Мэри, Он богиня, и он королева небеса. Откуда это идеал? Это от человека. Поэтому я читал, что я читал в книге Колосином, глава 28. Еще раз. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. По преданию человеческому постиг я мира, а не по Христу. Христос не сказал, никогда сказал, что его мама, она богина или королева небес. Вообще. Это идеолог, мы забрали, а мы сегодня называем э, женщины или девушки богина. Вы мои, вы, э, ты моя богина или ты моя, э, э, как сказать, королева. Нет. Нет, это неправильно. Мужчины, мы, женщины, король. Они не наши королевы. Книга пророк Еремия в Ветхом Завете. Еремия, глава 44, стих 15. Тогда все мужчины, которые знали, что их жени сожгли благовония для других богов, для других богов, какой бог, богина в Вавилон. королева небес или королева, королева небес. Еще раз, тогда все мужчины, которые знали, что их жены сожгли, благовония для других богов и все женщины, которые стояли рядом в множества даже все люди, жившие на земле египетской в Патрусе, ответили Еремии, говоря, «За слава которые ты сказал нам во имя Господа, мы не послушаем тебе». Они сначала сказали Еремии, «Пожалуйста, говори с Богом, что Он будет Сказать, мы будем делать. А когда Еремия дал им, наш Бог ответ, они это отвечали. Они не будут слышать наш Бог. Потому что они, эти мужчины, хотят поклонять другой Бог и доли с их женщины. Это плохо. Это плохо. Женщины, они не правят дома. Это, это, мужчины. Мужчины, они головой. Не женщины. Я уже слышал это в Руси. Они сказали, что мужчин они голова, и женщины, они шея. А когда вы будете разить это, мужчина уже не будет стоять. Это неправильно, это не от Библии, это от человека идеолога. Дальше. Но мы непременно сделаем все, что исходит из наших словениц уст, чтобы сжечь ладан с царсей небесной. Еще раз. Чтобы сжечь ладан с царсей небесной. И излить ей приношение с напитками, как мы это сделали, мы, наши отцы наши сары и наши князья в... Извиняюсь, извиняюсь. Дальше. Но мы не сделаем все, что исходит из наших совзвенник уст, чтобы сжечь ладан с сарицей, с сарисой небесной и излить ей приношение с напитками. Как мы это сделали, сделали, мы, наши отцы, наши сари и наши князи. В городах юдейских и на улицах Иерусалима, потому что тогда у нас было много пищи. И мы были здоровы и не видели зла. Это что они, эти мужчины, отвечали пророк, наш Бог пророк Еремия что они будут поклонять королеве небес, Вавилонский богину. Дальше, стих 25. Книга Еремия, глава 44, стих 25. Так говорит Господь Саваоф. Бог Израилев говорил, «Вы и ваши жены говорили устами, ваши и исполняли рукой вашей, говоря. Он слышал, наш Бог слышал, что эти все мужчины отвечали пророк Еремия. А сейчас он дал его ответ. Он сказал, не надо быть, бояться вавилонский, как сказать, вавилонский король. Вы должны делать мои

А Бог отвечал им. Так говорит Господь. Бог Израилев говорил. Вы и ваши жены говорили устами ваши и исполняли рукой вашей, говоря. Мы непременно выполним наши клятвы, которые мы поклонялись под жесть ладан перед Сарисой небесной и излить ей жертвы. Вы будете обязательно исполните свои клятвы и обязательно выполните свои клятвы. Послушайте слова Господне всю юды, живущую на земле египетской. Вот, я поклонялись своим великим именем, говорит Господь, что имя мое больше не будет называться в устах любого иудейского во всей земле египетской, говоря. Господь Bog živ. Vod. Ja budu sledit za nimi za zlom. A na ani za dobrom i vjez narod na nahodjaši se v zemlji egipjeskoj budit istreblen mješom. I ga do cijek por, pa ka budit kansa jik. Pa budit kansa jik. I všechny boží избежавший Меша вернется из земли египетской в земли юдейскую. И все остатки юдей, которые отправились в землю египетскую, чтобы пребывать там, узнают, что слова будут стоять. Мои или их. Мне это будет для вас знамением, говорит Господь, что я накажу вас в этом месте, чтобы вы знали, что мои слова непременно окажутся против вас за зло. Это что он отвечал на наши предники тогда. Это что то же самое сегодня. Это от такого идеолога наши предники есть тогда. Это очень плохо. У них есть очень плохие идеологии. Поэтому наш Бог был очень сердится с ними тогда. Потому что что? Потому что что? Они следуют за своими женами. Еще раз. Они следуют за своими женами. Их жены ведут их. Это наоборот, что наш Бог заповедал. Их жени с их жени ведут их. Это должен мужчина, это мужчина должен ведут женщину. Но наоборот, это что они делают здесь. Мужчины слушают, как сказать, их женщину. Мы знаем, что наши предники Адам в убитии глава 3 то же самое делал, что наши пленники делают в эту книгу Еремии. А что наш Бог сказал? Он наказал его. Он сказал, потому что вы, потому что ты слышал своей жены. Потому что ты слышал своей жены. Сейчас я, мы об этом будем читать в, в этом завете книга Битии, глава Три. Сейчас подожди. Uh, да, книга Бити, глава три. Стик. Семнадцать. Стик семнадцать. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклятие земли за тебе. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Еще раз. Битие, глава 1, стих 17. Адам уже сказал, Бог сказал Адам, за то, что ты послушал голоса жены твой и ел от деревьев, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Это деревья, это причины. Значит, что я вам сказал, Адам, соблюдите мои законы. Не делайте, что остальные люди сделают. Но, своя жена слышала им, и, а потом он, она забрала эти все доктрины или инструкции, или законы от остальных людей. Он забрал, она забрала это, Адама жена она забрала это, и она сдала тебе это законы, доктрина. Это что это значит? Это что это значит? И Адам слышал она. Адам слышал его жена. Это что на, наши пленники тоже сделали в книге «Пророк» глава 44, стих 15 до 17 или до 29. Они слышали их женщины. Поэтому Бог сказал, что Он будет наказать им. Не надо слышать им мужчины. Слышать свои голова, Иисус Христос, и делай, что Он хочет. А свои жена будет слышать тебе. Потому что мужчины ви свои женщины голова. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.